День. Хочу вкратце рассказать ситуацию в нашей семье, сложившуюся очень тяжелую. Ну, как бы в 3 минуты вложиться попытаюсь. С началом войны жена уехала с маленьким ребенком за границу, в Турцию, как бы там родственники, находилась там. Во время этого, в этой ситуации, с началом военных действий, мы жили в городе Запорожье, живем, сейчас проживаем в Запорожье. Как бы была стабильная работа, все было в порядке, нам хватало. Хотя и маленькая зарплата, но нам хватало. После того, как жена уехала с ребенком за рубеж, как бы опасаясь за маленького ребенка и за свою жизнь, пришлось отправить их. Сложилась очень тяжелая ситуация на производстве, на работе. Я в лицее работал столяром, слесарем, как бы в правобережном техническом лицее я работал. И все хуже и хуже стало с работой во время военных действий. Ну, как бы пришлось я эту работу покинуть, под сокращение попал. Что еще рассказать? Сейчас ребенок вернулся с матерью, как бы очень тяжеловато стало. И там везде долгов очень много, никакой помощи от турецкого государства не было, ничего, абсолютно все за свои деньги. И в этот момент я уже остался безработным, то есть ни у нее, у нас нет средств существования, плюс детей кормить нужно. И, в общем, вот такая ситуация сложилась. Никакой работы сейчас нет, абсолютно очень много переселенцев в городе Запорожье, поэтому... Даже для никакую работу не предлагают нигде. В общем, перебиваемся мелкими какими-то мелкими работами, подработками. Где-то от государства небольшая гуманитарка подходит. Ну вот, вкратце. Будем рады любой помощи от вас. И слава Украине!